Бывший председатель партии Гоминьдан Маньцзю с группой тайваньских студентов посетил Пекин в рамках 11-дневной культурной поездки. В течение двух дней делегация тайваньской молодежи познакомилась с современной историей Китая и его культурным богатством. Гости посетили Национальный центр исполнительских искусств, Мемориальный музей войны и сопротивления китайского народа японским захватчикам, мост Лугаутяо, музей Гугун и Великую китайскую стену. Главная цель поездки – культурный обмен молодежи обоих берегов Тайваньского пролива. Здесь мы можем почувствовать богатое наследие китайской культуры. Думаю, это впечатлило наших студентов. Я сказал им, чтобы они узнали больше о контексте китайской культуры и значении исторических перемен после посещения запретного города. В то же время я уверен, что любая попытка декитаизации не увенчается успехом, потому что у китайской культуры долгая история, и она глубоко укоренилась в крови потомков императоров Янди и Хуанди. Я думаю, самое главное в этой поездке – возможность узнать историю своих предков, найти корни. Я считаю, что молодые люди обоих берегов Тайваньского пролива должны чаще общаться, чтобы лучше понимать друг друга.